Привет, ребята! Вы на канале Черная Метка. Сегодня мы с вами пойдем в Copycat. Да, уже, как вы знаете, такие немножко набравшиеся опыта, знаний, мы попробуем что-то сделать. Так, ну что, погнали. Знаете, ребят, я как-то играла ночью и поняла, что ночью играть в Иден, особенно в Copycat, ну никому я не советую играть ночью, особенно если вы не шарите за английский, это все не ваше, и вам это не подходит. Вот реально рекомендую ночью не играть. Это связано с тем, что просто ночью играют американцы, которые привыкли играть по, как они называют это, VC, да, короче, по голосу. Меня это нереально раздражало. Меня просто, неважно, Копика там я была, хорошая я была, еще кем-то, вообще плевать, кем я была. Они меня просто выгоняли. Не потому что как бы русская, потому что я их не понимаю, и я не могу даже сказать, типа, я это не я убийца, там, кто я вообще. Я не могу им даже это сказать. Я стараюсь, конечно, там, попросить их, чтобы они писали что-то хотя бы в чат, хотя бы минимальную какую-то информацию, например, что они там видели труп, к примеру, в комнате с камерами. Нет! Они ни одного слова не говорят. Они только, ну, не пишут, в смысле, они только говорят голосом. А как бы я, во-первых, я не англичанин, я не изучаю английский, потому что мне это неинтересно. Если людям интересно, пусть изучают. Я просто не фанат этого и не хочу этим заниматься. И меня это просто так выводит. И у меня была такая ситуация, что я говорила им, вот четко им говорила, что вот пятый номер это Copycat. Я, кстати, боксер. Я четко им говорила, голосуйте за пятым. Они меня просто не слушают и голосуют за какого-то другого игрока, который вообще не виновен был. И все. Это так выбесило. Я им, короче, такая написала. Ну, короче, либо вы меня выгоняете, либо вы выгоняете пятого. И они такие подумали, решили меня выгнать. А я такая же еще наглая, как бы я была дурачком, и мне это просто реально достало. Там у нас оставалось человек, наверное, 4 или 5 среди всех. И мне так это... Господи, у меня так сгорело с этого, я не знаю, это просто ужас, ребят, с этими американцами играть, которые тебя не слушают, не переводят, что-то читаешь, потому что они только разговаривают и больше ничего не делают. Ладно, это сейчас не совсем по теме видео, я бы сказала, но просто как бы такой небольшой совет, не играть ночью все-таки, если вы, конечно. Да, многие, кстати, играют... Аккуратно. На всякий случай. Некоторые играют в частных, но вот я в частные не вижу смысла играть. Ну или кастом, как некоторые называют. Я немного не вижу смысла играть в кастомку, потому что ты не фармишь там никакого опыта, вообще ничего. Ну, в принципе, в Copycat ты мало фармишь какого-то опыта, но... Рю... Куда она делась? Только что тут кто-то пробегал, и уже все нету. Кто-то сдох. Кто под номером 3 был? Вот, кстати, около нас не было 10 номера. Давайте начнем позвать. Типа, опа, нифига себе. Они опять лялякают? О, не, спасибо. Так, садовник-убийца. Почему садовник? А может, ты убийца? Мы же не знаем. Какие-то будут обоснования, как доказательства, что-то... Весело, да, челы сидят, подисывают, ну ладно. А что если она нам бушит сытка? Почему нет? Она же может, типа, сказать, что я играю... Я тоже могу сказать, что я играю, например, там, с девятым, а девятый на самом деле... Может, вообще не со мной в команде. Давайте напишем, что шестая может обманывать.
Ладно, пофиг. Okay, like, thank you for not playing the game. Вот, я про Like, это actually, говорила. what's the point of not playing Начинается, the game if you're да. just like gonna cheat? Go and kill yourself. No one likes you, and you're probably fat. So, yeah. Ребят, если вы играете по дису, не говорите никому, что вы играете по дису. Like, someone had to say it, Ну and like, давайте it's like. выгоним, господи, мне пофиг на самом деле. Почему не поверить шестой, но... Блин, не знаю. Лучше не говорите. То есть, может быть, вы знаете какую-то информацию, да? Who Вы is we? получили Because нелегально как-то эту информацию, нелегально. То есть, он вдруг по Дискорду там сказал. Видите, сравнялись счета. Счеты. Голоса, правильно даже сказать. И, короче, если вы играете по Дискорду, вы не говорите, допустим, что вам друг сказал по Дискорду, что вот вы там видели, точнее, ваш друг, вашего друга убили, или ваш друг что-то подозрительное видел. Попытайтесь как-то, ну, это вырулить, то есть найти какие-то доказательства. Ну все, короче, пятую выгоняем, скорее всего, гуард будет. Ну, писем, короче, что мы выгоняем пятую, это просто беспредел. И все равно, что они напишут, если честно. Давайте выгоним пятого, реально, зачем он нужен? Ну. Ну, кстати, можно его реально выгнать, тогда бы у нас жертвочки не было. У нас жертвочка. Выгоним, короче, ее все, она плохая, а вот кто у нас. Okay, bye guys. I just wanted to say that, Да, мы поняли, что тебе все там не нравится, давай иди отсюда. Господи, вот я ненавижу эти вот голоса просто. Даже русские разговаривают. Ну, я считаю, лучше чат, потому что... Ну, все переведут то, что ты написал. Ну, там, может быть, кривой будет перевод, но ты поймешь хотя бы, о чем они говорят. А когда ты разговариваешь, перевода нет, не понимаешь ни хрена ровным счетом. В принципе, ребят, я не боюсь. У нас остался, скорее всего, один убийца. Ну, копикэт. И если он на меня нападет, да, вот если он так вот нападет, то я его убью, и матч закончится. Как бы катка, все, конец. Но, опять же, если это будет какая-то невидимка, будет тяжело, очень тяжело будет. Да. А чё они такие толпой стоят? Что-то себе тихо. У меня есть задание, я боюсь с ними бегать, с ними они очень странные. Я боюсь, и он бежит за мной. Мне это не нравится. Она прям за мной бежит? Прикинь, она Рил за мной бежит. Смотрите, один, кстати, срулил в другое место. Она опять сюда бежит, я ее боюсь, капец, ребят. Странное. Сейчас у меня откат пройдет, да, так скажем. Я вновь пойду сражаться за свою жизнь. Кстати, знаете, такой лайфхак заметила. Но, правда, лучше это не использовать часто. Можно, короче, когда вот темнота наступает, можно уходить к фонтану, то есть на улицу куда-то в угол карты, чтобы тебя маньяк просто не нашел и все.
и тело было. Смотрите, у нас еще... А, нет, нет, все нормально. Ванна? Может... Не знаю. Ну, смотрите, либо это седьмой, либо это восьмой, либо девятая. Девятая очень странно себя вела. Она хотела меня убить, но из-за того, что первый пришел ко мне, она испугалась убивать. Но не будем, как бы... Блин, я вообще не знаю, кто у нас может быть, честно. Давайте просто выскажем, даже если нас выгонят. Либо седьмой, либо восьмой. Хотя, знаете, давайте я напишу, что девятое себя странно. Уложить. Да, блин, я не знаю, кто правда виновен. Я не знаю, кто это. Ладно, они не отвечают, голосуем за девятую. Все, мне насрать, реально, ребят. Я за девятую. Ну да, мне он тоже подозрительным показался. Ну, походу, это не он. Возможно, Фоу был. Нет, слава богу, что это не шут. Слава богу, иначе мы бы сейчас... проиграли сейчас. Мы как-то очень плохо справляемся со всем. У нас как-то игроки очень быстро сдыхают, я заметил. Очень. Очень быстренько. Меня это очень сильно напрягает, на самом деле. Чем я сейчас типа и говорю, вот здесь пляшу очень часто. Ну, знаете, можно пробовать пойти о боксере, я могу себе позволить. Что-то разошлись мы как-то все. У нас, кстати, кого-то, по-моему... А, Лени, подождите, сколько у нас осталось? Я сейчас с этим вот забываю посчитать, сколько у нас осталось. Так, у нас Лаки 10, я помню. Лаки 10, 1. Непонятно пока вообще. Ощущение, что одного не хватает, вот если честно. Чё это он к двери подошёл? Ладно, выполним задание. Все, пока. Что? Почему? А, я поняла, почему.
Я говорила, что... Стоп. Да, я говорю, что это девятая виновная. И садовница, да, все правильно. И просто это выиграл, потому что он тех двух заразил, а меня нет. Понятно. Ясно. Ну вот этим бродягам очень легко выигрывать, очень. Очень легко выигрывать. Так, ну что, продолжаем, ребятки, надеюсь. Смотрите, очень, их реально очень много этих лаки. Очень много. Ну, мы пойдем дальше, Эмили. Ну, и убрали лаки. Чего не убрали лаки? Это было очень прикольно, то, что их так много. Кстати, я когда ночью играла, мне попадался лимитный адвокат, и я была вот этой вот лимиткой. И мы такие, как типа муж и жена, да? Ну, по уору, по крайней мере, насколько я знаю. И казалось так, что я типа хорошая была, а адвокат был плохой. Это было так смешно, потому что я на него постоянно орала, что вот он виноват, и он виноват, и он очень странно себя ведет. И его выгнали из-за этого. Это было очень смешно на самом деле, потому что жена такая: «О, это мой муж, он виноват, и я его выгоню». В итоге реально выгнали его, потому что, ну, он реально оказался виноват. Ну ладно, давайте сейчас мы будем какую-нибудь дичь творить, может быть. Я не знаю. Сейчас игроки стали очень часто распознавать, как себя ведут. Как я называю, шут, да, по-другому дурак. Очень многие стали это распознавать. Ваша главная цель, самое главное, не сдохнуть. И все. Все, блин, больше ничего не надо. Просто вести себя как дурачок, и все. Потому что ты есть дурак. Блин, так стрёмно со всеми вдвоем. Когда втроем, то стоим где-нибудь, мне не страшно. Ну. Так, у нас что-то стряслось, походу. Важно, что она сейчас скажет. Я только что... А, блин, я не знаю, какого... So, this body was in the chapel by the task. I saw number 3 and number 10 there. I saw 10 running away from the chapel. I think they even came from that task thing. So, either my suspicion is more on number 10, 3 could also have done it. Or maybe someone who was invisible, because we were like three people in the chapel. Yeah, it was in the chapel, and I think number two was there too, but they're like far away, so it doesn't matter. What happened? I was at the piano, turn around, I see number 10 running away from the body. It was like in the far back, so I'm really sure they killed them. The thing is, just six like came through the door while I was at the piano, so they went there first. But I'm pretty sure it's number 10. Она так орёт, 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 я ничего вообще не понимаю, что так быстро, таким говором. Господи, меня это так раздражает. Ну, там восьмой. Вот из-за того, что они It is possible разговаривают. that number 10 was the killer because the killer was in the chapel on the left side
of the map. Yeah, I literally saw number 10 kill them. I guess I'm also suspicious, but I'm really sure. Я ничего не понимаю. Короче, я голосую за неё, потому что я ничего не понимаю. Пофиг, я не знаю, я ничего не понимаю. Смотрите, охотники, походу, на меня что-то решили, да, как бы. Это очень странно, потому что за меня проголосовало именно двое. Либо они обиделись, опять же, эти американцы, потому что я не понимаю их ни слова. Либо реально за меня копи-кэты, они реально, возможно, на меня решили пойти, меня убить. Меня шестая на самом деле смущает, потому что она там что-то говорила про десятого, по третьего. Может, что-то они там вместе, типа, я не знаю, правда. Но... И чё, это как это понимать? Да. Я говорю... Лаки, походу, на меня обиделся, поняла. Какой пятый? Это четвертый. Ну, я думаю, они поймут, наверное. Я виновная, да. Кстати, может быть, игрок просто был хантером, и он такой, ой, мне не нравится доктор, я ее убью. Давайте выгоним восьмого. Вот если бы сейчас было наоборот, я бы выиграла. Какие идиоты в команде, если честно. Ой, ладно, тут клевать нам больше нечего, тут улов закончился, идем дальше. Короче, мой друг был детективом, его же выгнали, и они остались без детектива, во-первых. Во-вторых, он проверил меня, он понял, что я какой-то из гостей. Это так смешно, потому что он мне только буквально поверил, что я невиновная. И тут же сразу же просто его выгоняют после моей смерти. Это так вообще странно. Нет, никакого уси. Уси. Давайте им напишем don't. Ненавижу именно за это копикэт. Кстати, когда мы начинали реально играть, до того, как я вообще стала гайд, до того, как я вообще думала снимать какой-то гайд. Мимик! Нихера себе! Мимик! Я ни разу не была мимиком. Или один раз. Один раз была мимиком. И я таки не поняла, что им делать. Ну, я знаю, что им делать, но я просто не разобралась, как именно им там убивать. Ладно, сейчас попробуем, наверное, проиграю, потому что я не пробовала им играть. Ладно. Сейчас я забыла, о чем я разглагольствовала, ну ладно. А, я говорила, что игроки, короче, достали писать это вот уже. И они, когда мы до этого играли, до гайда, в принципе, все писали и было норм. Теперь они все выбирают разговаривать.
Блин, пока сложно что-то сделать. Мне бы кого-нибудь взять себе за основу, типа, мне непонятно еще кто купит Кэт. Конечно, фигово. Попробуем ничего не сделать. Просто у меня было два... Ух ты. Два подозреваемых было. Восьмым и седьмым. Кстати, вот молодец, девятый убил, в принципе, кого-то. Хотя бы. Я хотела убить девочку, потом я понимаю, что девочка... Ну, понимаю, да, что девочка с девочкой, я не могу ничего сделать. My calculations, I don't even know what the fuck happened. Just so you guys know, I'm the guard. So when I die, my body gets automatically reported. So who reported my body is the copycat. Just letting you guys know. Я ничего не понял. Что там, поматерилась, покричала? I was in the bedroom, I think it is. I don't know the rooms well enough. Doing the, like, emergency task. And I was with Fly for a second. I tried to show them that I was a locksmith. But as I was, like, running to the vent thing, the emergency meeting was called. So I didn't get to. Yeah. So... I was just doing my tasks and was on my way to do my last task in the camera room. I stumbled upon number two, and yeah, like when I was on the other side of the emergency thingy popped up, like the rest thingy. So I didn't even get to like the bedroom because the emergency meeting was called. So yeah, please do not call that that rest thing when I'm on the other side of the map, thank you, because I'm lazy. Я не знаю, поставил я свою. Ну, кстати, мой друг довольно так подозрительно написал. Ребят, я не знаю, как мне понимать, обвиняют меня, не обвиняют, потому что игроки, они как бы разговаривают практически все. Я, ну, даже защититься не могу, потому что я не понимаю, кого они обвиняют. Okay, are you sus of anyone, or... I mean, I'm not sus of anyone yet. Like, nothing really happened. Okay, I'm just gonna abstain. To be honest, ладно, я голосую за третью, я не поняла, like, правда. I didn't see it when... I wasn't even in bed, so, yeah. I did the sleeping task, and I was just along the side of the wall. And then I went, like, towards to find a van. I didn't look behind Number like, three, we didn't anything. Hear you. Exactly. Yeah, I didn't hear you. I think, honestly, I think it might be four. They're acting kind of sus. Four? But I... Yeah, because they... could have killed me. I was traveling with her to the bedroom. She could have killed me so many times, but she didn't. So I kind of believe she's not. Okay, I abstained anyway. подозрительно, да, я говорю. Зрительно выглядит очень.
Блин, моя способность, честно говоря, мне не нравится. Она, мне надо стоять с кем-то рядом, чтобы скопировать его, но игроки не хотят стоять где-то особо. Интересно, а купика это другого я могу скопировать или нет? Вот, кстати, толпа бегает, может попробовать их как-то. Стоп, в смысле? Какого? Понятно. Я знаю, что она доказала, что она этот. Я сейчас выгонят, я это поняла уже. Ну, она, походу, вард был. Я понял, все, я все понимаю, все понятно. Ладно, я поняла, что меня сейчас выгонят. Почему мне именно эта жертва досталась? Я так все грамотно сделала. Ладно, пусть выгоняют, если хотят. Знаете, если меня выгонят, это будет реально заслуженно, потому что... Они меня выгонят, я серьезно вам говорю. Потому что третья сейчас докажет, что она слесарь, и меня выгонят. Ну, вот это он, конечно, зря скажет, что он боксер, потому что... Скорее всего, он сейчас голосом скажет, что она... Какая девочка. Может быть, второй, кстати, реально шут. Либо он просто защищает. По дружбе нашей. Вот, короче, ладно. Если меня выгонят, ничего страшного, потому что, ну, мне повезло просто. Видимо, челик под номером 8 был гуард, сторож, и мне просто не фортануло. Пусть выгоняют. Круто, ребята, это круто. Это круто, это капец, как круто, потому что она могла бы доказать, что она дверь может закрывать. По-моему, она показывала, если я, конечно, не ошибаюсь. Это так круто, ребят, что её выгнали, это так круто. Господи, я сейчас просто... Я сейчас просто сейчас вознесусь до небес. Ну ладно, давайте выполним такое задание.
Интересно, она что-то напишет. Надеюсь, что они не заметят. Я вообще не слышу, что она говорит вообще. Надеюсь, что они просто не заметят, что убили третьего, по-моему. Okay, one was with me the whole time, so they're safe. I saw nine a few times, but, like, I'm not as certain with them as I am with one. So, I saw number 10 do the door thingy, so I trust number 10. I have nothing more to say. Besides the fact that I think I trust number 9 as well, but not as much as 10. Короче, я за шту, я ничего не слышу, правда. Даже если меня выгонят, в принципе, уже может быть девятая как-то справится. I'm gonna vote for four, because wasn't six the one that said they were a god? Maybe? I don't know. I don't really know. I'm scared. Okay, well, since nine is like... Мне очень странно, что они меня не выгнали, правда. Я думала, что меня выгонят сразу же. I'm kind of sus at nine now. And since I can confirm them 100% like I did you, I think it might be them. Unless, like, a hunter killed two. I don't know. Ну ладно, ничего страшного, что меня выгнали. Давайте посмотрим, она выиграет, нет? Мне кажется, почему-то, что нет, очень сложно будет. Так, ну давайте еще один матч сыграем. Вне зависимости... Чего несу? Вне зависимости от того, выиграем мы или нет, просто сыграем. Реально, ребят, с американцами неприятно играть, потому что они все говорят в микрофон, и ты ничего вообще не понимаешь. Вот реально ничего не понимаешь. Обеспечивать будет, господи. На этого именно и добиваемся. Очень смешно, ребята, это очень смешно. Опять дурак. Ну что, других ролей, что ли, нет там? Не знаю, блин. Шахматисты бы хотя бы этого победили. Ну, знаете, вот дураком у вас просто есть какой-то такой выбор. Хотите вы выиграть или хотите вы просто раскрыть копик это. Тут уже все зависит именно от вас, как вы захотите. То есть я могу как бы и расследовать, и забить на расследование, и просто сделать все, чтобы меня не убили, и чтобы меня выгнали. Вот и все. Но как бы и... Мне вот больше на самом деле по душе расследования эти вот, они как-то мне нравятся больше. Ты такой думаешь, а вот этот вот хорошо вел себя, вот этот мне как-то странным кажется. Ну, как бы это интересно. Копик этом, конечно, тоже. Вот шутом, как я называю, или дураком. Чего? И что это было? Они только что при мне стояли.
just died and I immediately reported. I was with number 8 and somebody else. No, number 3. I love you. I love you so much. Что это? Подождите, был 2-й, 3-й, по-моему, 8-й. 2-й, 3-й и вроде 8-й были рядом. So, I was with 2. I was actually screaming around how everyone in this game is fucking gay, so, yeah. Вот так. 2-й, 3-й рядом и 8-й, всё правильно. Потому что, ну что это было? Они были рядом, я такая ржу типа с этого. А, и тут происходит вот такая хуйня. Боже, I don't love you, Альфа 152. Забудь вообще про наши отношения. Я теперь с девяткой встречаюсь. Мы с ней уже встречаемся. У нас уже с ней дети. А у нас ребенок это доза Мизи. Кстати, почему она дози? Чего? Ты согласен со мной? Да, Светланка. Светланка. Альфа, ты согласна со мной? Мы теперь с тобой женаты. Я не буду с тобой разговаривать. Ты жената, так жената. Кто сказал, что ты жената на девятке? Уходит, пофиг, господи, надеюсь, что это был купик. Я, честно, вообще не понимаю, что случилось. Может, нет, ну смотрите, если бы это был шериф, почему собрание тогда? Если это был, например, Хантер, то тоже почему собрание тогда? И гвард не должен сработать, по идее, на хорошего. А тут сработал. И меня это, кстати, кто умеет дверь закрывать, меня это очень сильно смутило. Очень сильно смутило. Вот русские, они такие смешные, какой-то бред несут. В принципе, смешно. Конечно, это бесполезно абсолютно, но это смешно хотя бы. А американцы, они там что-то очень много... Может, они тоже шутят, но они там что-то очень... Так, это страшно, конечно. Блин. Я не понял сейчас. Сейчас кто останется, тот маньяк. Надо позвонить срочно. Либо это была приста. Все, это был. Все, знаю кто. Только игра и бегали рядом со мной. Так, для тех, кто не понимает, я напишу вот так вот. Вот 4. Те, кто не понимает. Лучи, ты убил нашу собственную дочь. Как ты мог, мразь такая? Чтоб тебя... КамАЗ убил, я сейчас заплачу, он меня сейчас записывает. Может, им в актеры идти, не знаю. Мне мама говорила, не надо было на тебя выглядеть, ты такая мразь. Это очень смешно, ребята, это очень смешно. Правда.
убила, мразь такая. Как ты могла вообще убить мою наш общую? Интересно, а выиграют сейчас детективы или нет? Да, все, мы кого-то выгнали, видимо, плохого. Вот здесь все, ребята. Ладно, ребят, большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно и смешно послушать этих вот детишек, я не знаю, как их назвать еще, этих смешных русских игроков. Вы были на канале Черная Метка. Еще раз большое всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.